Чествовать лучших солдат воинской части 52-859 Нацгвардии стало традицией. Ведь с них берут пример молодые военнослужащие. Рустем Хисаудинов и Медет Туркибаев за время службы не раз отличились в боевой подготовке и теоретических знаниях. Поэтому они сегодня на этой сцене. Я рад сегодняшнему дню, дню чествования. Хотелось выразить огромную благодарность командованию части за то, что оценивают наш труд спасателя. На сцену пригласили семьи военнослужащих. По словам командира части, дети должны знать об ответственной и сложной работе своих отцов. Стоит отметить, что солдаты воинской части 52-859 Национальной гвардии участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Мы проводим чествование военнослужащих нашей воинской части, которые непосредственно показали себя в боевой подготовке, непосредственно при выполнении своих должностных обязанностей, специальных обязанностей, при выполнении задач, которые стоят перед нашей воинской частью. Военнослужащие не раз выезжали на работы по спасению пострадавших от паводков в различные регионы страны. Они всегда готовы к выполнению любых возложенных на них задач. Лиана Жамлиханова, Жайнат Джексебаев, Роман Копылов, телеканал СРРК.